Добрый вечер, дорогие друзья. Я сейчас нахожусь в одном из самых красивейших мест мира в Азербайджане. А точнее, я нахожусь в Угузе, в городе Угуз, где проживает одна из самых древнейших еврейских общин Кавказа. И я пришел в одну из двух местных синагог для молитвы. И оба синагоги, они очень красивые и очень древние. Вот сейчас я захожу во двор синагоги. Видите, какое красивое здание. Недавно отреставрировано несколько лет назад. Очень-очень красиво здесь. Здесь красивый садик. Яблоня. Сейчас мы зайдем внутрь, я вам покажу интерьер. Но удивительность этого места не в том, что синагога очень красивая. Красивых синагог у нас, слава богу, по всему миру есть достаточно. Очень важный момент здесь, я хочу вам показать. Как вы видите, здесь в данный момент, в это время, да, никого нет. Сейчас уже 8:13, здесь уже никого нет. Люди помолились, ушли. Но что здесь очень странно? Двери открыты. Да, друзья мои, в синагоге, в Огузе, огузские синагоги никогда не закрываются. Они открыты 24 часа в сутки, даже ночью. Никто не приходит их запирать, никто не боится, что здесь что-то случится с синагогой, кто-то лишний зайдет или что-то сделает. Такого здесь нет в помине и никогда не было. Поэтому оба синагоги открыты. Я постараюсь в следующий раз показать вторую синагогу. Если придете здесь 3 часа ночи, синагога открыта, ворота открыты, дверь открыта, можно зайти помолиться спокойно. Видите, здесь нет ни охраны, ни камер наблюдений, вообще ничего. Спокойно можно зайти, и никто ничего не боится. Теперь представьте себе такую же ситуацию где-нибудь в другой стране в мире. Представьте это в Европе или в других странах. Можете представить? Нет. Это возможно только в Азербайджане. Я говорю это очень искренне. То есть не из-за того, что я родом из Азербайджана. Это факт. Это то, что есть. Вот мы внутри здания, очень красиво, как видите, все здесь открыто, и окна открыты, и дверь открыта, свет я только что включил.